Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне OnePlus Nord N10 5G сбросить все настройки до заводских, если вы забыли пароль. Допустим, я абсолютно не помню своего пароля. Вообще. Еще одна попытка, все. Ничего уже не могу сделать. Тогда зажимаю клавишу громкость вверх, кнопку питания. Нажимаю выключить. Телефон выключается. Зажимаю клавишу громкости вниз, кнопку питания. Появляется логотип OnePlus. Клавишу отпускаю. Попадаем в данное меню. Если вы помните пароль все-таки, как-то так произошло, то вводим его, и дальше у вас будет выбор сбросить настройки до заводских. Но вы, скорее всего, здесь не за этим, правда? Пароль вы не помните. В таком случае нажимаем Forgot Password, и на вас написано, что вы потеряете абсолютно все данные удалятся. То есть я повторяю еще раз и предупреждаю, удалится абсолютно все. Если вы согласны, нажимаем ОК. Еще раз нас спрашивают, это не может быть, в общем-то, удалится все безвозвратно. Продолжить, нажимаем ОК. И ждем. Вот и все. Все настройки были сброшены до заводских, и никакого пароля нет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!